Здорово. 90к? Серьезно? Это нереальная цифра. Огромное вам спасибо. Осталась финишная прямая до 100 тысяч, и когда мы ее перешагнем, зависит только от вас. А я для вас подготовил мощнейшую историю, которая уж точно заставит вас поставить лайкосик. 10к чизеров, и я снимаю для вас новую историю в 30 с плюсом минут. Поехали. Всем приятного просмотра. Зайдя на сервер, я заспавнился сразу возле какого-то огромного клана. И я понял, кого я буду доставать. Да уж. Очень интересно, тут домик стоит, да? Я бы сказал, даже домики. Тут же по любасу кто-то выйдет с пушкой, да? У меня есть шанс кого-то нагреть. Но мне нужны йоки. Крафтим лучок, стрелы и идем кого-то убивать. А, кстати, я уже вижу, типа, по-моему, у него есть копье. А вон челик какой-то стоит. Я вижу какую-то базу интересную. При том, что там есть верстак. И, по-моему, второй. Если я не ошибаюсь. По-моему, там тип фармит, чтобы этот домик застроить, да? Второй верстак. НПЗшка. По-моему, это идеальное место. Ты принес мне немного лута, да? Так, я крафчу шкаф, замок и застраиваю этот дом себе. Лежать. Совсем страх потерял. Я поставил шкаф, поставил замочек и отправился на ту территорию искать типов. Ведь у меня был револьвер. Ну, территория тут реально жесткая. Две башки он выжил. Немножечко не повезло, но я не особо-то и расстроился. Я побежал в центр карты, дабы найти нормальное место для постройки. И наткнулся на зарейдженную арку. Хм. Вау, тут третий верстак есть. И тут, походу, шкафчика нет. Чего? Чего? Окей. Мне нужен этот третий верстак. Отлично, теперь этот дом мой. МВК. Плюс еще вот здесь застроить. Здесь калашист живет. Вон он тип бегает с калашиком. Пойдет пока что. Пойдет. Может, тут еще что-то прикопано. Скрафтив парочку иок, я решил подождать под хатой калашиста. Тем более домик у них был небольшой. В смысле? А, это чел с щитами, что ли? Услышав звуки, как залетают патроны в того типа, который меня жахнул, я понял, что этот паренек не чист. Эй, you kill me. Good hack, dude. Я все время сидел у них с иоками под домом, но как вдруг я увидел то, что одного из них забанило. Походу, у них друга забанили. Да, у них забанили друга, и он вот. Я понял. Я знаю, где читаки живут. О, вау. Дела, брат. Мои отлично. Я знаю, что этот читак здесь живет.
Его забанил, у меня калаш уже, короче. Я знаю, что его забанило. Там еще один. Там еще один. Стой, стой, стой. Мне тебе нечем помочь. Стой, стой, стой. Зря. Стой, пика, я сейчас за... Чувак, ты серьезно? Как ты это сделал? Как вы уже поняли, тот паренек не справился со своей задачей зарейдить тех ребят. Да, и это решил сделать я. Но мне нужно было для начала отстроить домик. Он в доме, что ли, топает? Угу. Держи. Топорик. Дружище, не поверишь, но это то, что мне нужно. Так, тут у нас все есть. Тут у нас нет одной стенки и потолков. Потолки я сейчас быстренько заставлю. Ну, вроде бы пока красиво выглядит. Да ладно, это... Можно грейдануть металл. Некоторое время спустя ко мне подошел тот паренек, который пытался забахать читаков. У вас изучены взрывчатки, у кого-нибудь? Что изучено? Взрывчатки изучены у кого-то? У меня все изучено. Взрывчатка любая, у меня, блин, там... У меня ящик серый плавленый дома лежит. Да, там читар играет, он просто идет пульками, стреляет на 300 метров, тух-тух-тух-тух и все. Я знаю. Его забанили. Ну его два друга там, и они из палку ему кидали внутри, другому Акичу. Немного поболтав, мы решили объединить усилия, так как у меня был третий верстак, но не было серы, а у него была сера, но не было третьего верстака. Минус один. Минус второй. На вот возьми искателя зны тогда просто. Я взял две берданки. Минус второй, походу. Там, не-не-не, там второй жив. Один жив, один жив. Сдох, окей. Можно рейдить, слушай, у них КД на спалках. У меня уже докрафтилось. Я взял один калаш, на всякий. Мы можем сейчас пробахать. Давай, давай, давай. Бежит, бежит с улицы. Смотри, а чё они без щитака своего ничего не могут, что ли? Аккуратно. Тут шкаф, смотри. О, калашки. Ну, разрывные он накупил. Ну, это, наверное, твои, которые были, да? Так, на, держи. Порох и так далее, я все скинул обратно. Надо сломать палки у них. Ибо нефиг. С этого рейда мы остались все в плюсе. Кепка, у которой не было дома, получил дом. Паренек, который рейдил, получил все остальное. Ну а я получил топ-сет и калашик. В принципе, неплохо. И сразу же с этим калашиком я отправился в сторону того огромного клана. Хм, надо же у кого-то ресы выбивать. Дерево на землю. Hello, fellow Russian. Give me wood. No, I'm not Russian. Yeah, I know. Okay, here is your maul, my wood. Good luck, see you later. Опа, 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 опа. Это что было сейчас? А я бегу, значит, и думаю, показалось мне или нет. Оказалось, нет.
Отлично. Ого! Куда мне это все? Не. Дом у меня недалеко, я лучше домой это все снесу. Хотя нет. Unnaked? Не очень подходящий момент для того, чтобы щадить кепок. Сори, мне все это нужно. Так же, как и твой антирад. Окей. Мы сюда еще вернемся сейчас. Фух, не, это жесть. Хороший заход, очень хороший. А я умею четырехкратник крафтить? Да. Шик. Просто шик. А вон моя скала. Я быстренько скинулся и отправился обратно за своим ящичком, в котором я много всего приныкал. Угу. Сейчас подниму. А, нет. Поднимаю. Не поднимаю. Сори, дружище, не могу тебя поднять. Угу. Спасибо. У него еще топка была. Блин. Не понял сейчас, вот это что, он на моем ящике там тусует? Ты ничего не попутал? Два СМГшника. Оу. Вон, хватает то, что там есть. Может, тебе нужно? Угу. Сзади двое идут. А, один. Шел. Да, лут, который я выбивал, это хорошо. Но все равно у меня осталась самая главная задача — пойти подоставать тот клан. У нашего нового знакомого были схожие планы, и поэтому мы скооперировались. Они не бегают, сейчас. Там бегают. Пойдем убьем их. Сейчас посмотрим, как они против топ-сета постреляются. Типа, если байтить их, то они все равно на вышку залезут. Кого вы там байтите? Выйди, давай поговорим. Вы же там сильные. И своих дружков позови, сейчас будем драться. Но мне не нравится то, что сейчас на крышу кто-то выйдет. Слушай, а там не рейдят случайно? Садятся на горки. Один минус. Он умер, он умер. Я одного убил. Отлично. А кто это? Оскар. Знаешь, есть идейка одна. Полетели к ним. За забор, туда к ним. К ним за забор. Да. Вон там помочать. Умер, умер, умер. Как он забрал базу, я не понял. Привет, амбал. Они дипнули.
Дипнеры хатно. Мне кажется, если их сейчас зарейдить, короче, то можно много получить. Мы можем через крышу их зарейдить и все. Так он еще и рейдит дальше. Я ору просто. Одну можешь прям внутрь потом забахать. Угу. Аккуратно. Там никого не было. Турели ломай разрывными. Ой. Двоих убил. Походу мы не отбиваем его хату. Ты меня уже видос вставлял. Ну все, они мертвы. Базука. Есть янка? Я меня убили. Минус. Ты жив? Все? Он шкаф поставил. Он поставил шкаф внутри. Он ремувнет. Я думаю, он ремувнет. Надо лететь кому-то одному. А, ты ж не умеешь крафтить, да? О! Да? Стой, стой, стой! Стой! Там турель, стой, 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 не прыгай! Убил всех, минус 3. Там турель. Огненная, стой, не прыгай. Сейчас, 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 разобью ее. Сейчас сломаю. Крой, крой, крой улицу. Да. Шкаф закрыт. Тут камень, тут все. Камень есть. Шкаф на новый. Скинул дерево. Давай. Я не вижу, где дерево. Вот, понял. Все. Бира, они конченые. О! Давай, 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 давай. Я вижу его, вижу его. Стой, не выходи на улицу. Он пристройку сделал. Убил его. Выходи. Можем тормознуть и убить их, или отнесем домой. Чисто, слышишь? Без рейда зарейдили хату у них одну. Ты хочешь ткани поделю, топлю поделю, короче. То мы можем скинуться, пойти их развалить, а там это... Потом разделим. Все, готов убивать их. Опа! Да-да. Я пулеметчику башку разбил. Фулл гир был. Вон валяется. Не свети. К ним. Ты жив? Потому что вас убиваю, да? Поэтому самый конченый. Нет, ты просто самый конченый, Витуля.
Ой, а я походу кого-то застроил. Не знаешь кого? Еще? А где башка у твоего друга, ты не знаешь? Ой. После того, как мы успешно завершили задание по разваливанию кабин того клана, мы отправились на антирейд. Рейдили ракетами, и нам они очень сильно были нужны. Вот это пахнет. Стекли. Я патрон маловат. Маловато, но можно кого-то подлутать. А, там вышка, по-моему, стоит. У меня лестница одна есть. Кошками. Типичные рейдеры. Томпсоны? Это для рейда? Чё? Да. Мы можем залезть к ним. Тихо. Для рейда чё? Сайт. Где он был? Наверху. Там еще один сверху. До второго. Еще один. Знаю. Он внутри в антираде. Давай запушим. Убил. Помолся. Все. Тут дерева много. Они угля много. Я не знаю, где это. Там много, я видел, МВК много было, типа. Базука, пацаны. У этого металла и угля много. Хилка забрал. Стреляю. Давай вниз. Пять. Сори, ты жив? Шкафа в этом доме не было, поэтому мне нужно было очень срочно заспавниться дома и накрафтить разрывные, дабы добить эту гаражку. What? Чувак! Я фармил и сбил. Что-то не стоит на крыше, я убью сразу там лес. Там что, услышит, как будто? 90 хп. Тим. Шкаф. Какой-то лут есть. Куча вообще ничего? Не, куча мало, главное. Топлива много. Куча, сука, металла, чекай. Шкафу. Сейчас. Охереть, металла, фу, я фу. Ставь. Есть дерево? Вон постройки. Одевайся. Поехали, садись. Я могу свою в МВК улучшить внутри, потратить чуток в МВК. 17 хп, блин, надо починить коптер и обратно лететь. Пока мы рейдили один дом, начали рейдить наших соседей, и мы отправились им помогать. И хп у потолка. Давай я добью его, чекну что там. Как раз под ним. Убил его. Угу. Я внутри, тут шкаф. Во. Они тут тихо, еще бьет его. У него все. На воду. Сейчас я придумаю, как выпрыгнуть отсюда. Слева. Ты тут? Стой. Я нас полностью застроил тут. По-моему, двоих минусанул. Двоих. Это... Йо, тайм. Чё, троих? Чё бежит? И просто по счастливой случайности я здесь умер. И это было очень кстати. Чё, типа...
Чувак. Не знаю, он ничего не видит. Тебя рейдят, тебя рейдят, тебя рейдят. Стой, бунки, мой стой. Они крышу бахают. Они все пробахали крышу почти. Помню с классным домом. Сот хп. Они перезаряжаются, все. А сука, сделай скасный. Ща, я не могу найти. У тебя есть выход на крышу же? Да, я. Я закрыл дверь. Они меня положили. Подними меня, подними. Она дальше пролетела просто. Не схера тебе. ХП есть? Руки. На, две штуки. Если убивать, да. Где мой патрон? Мы можем с той хаты прийти. Какой хаты? С моей. Не, мы не успеем, не успеем, не успеем. Кому пойдем, они уже пахнут. Давай что делать, что-то. Надо убивать их, пытаться. Где, пока у них нет хилкатов. Сейчас, одевай. Пока у них нет ракет, нужно пытаться убивать их фастом. Все, я делался. Сейчас хилки крафчу. Тебя разомнее, взял базук ракеты. У меня хила нет. Ты хилки еще. Угу. Перезаряжает базуку. А, ты. Давай один через верх, один через низ. Готов? Одного убил. Готово. Полностью. Один спустился вниз. Почти был. Убил его. Все, 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 минусе. Я поднимаю тебя. Надо фастом. Тип закрой, тип закрой. Видишь, тип закрой голову. Да. Да, да, да. Он с базукой был, я его убил. Слева. У него ракеты могут быть. Они тут все сдохли. Убей, у меня патронов нет, убей его. Мне кажется, у него бомбит. Чини, 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 чини. Бери МВК, чини. И в металл грейде я пойду полутаю всех. Ты слышал, как он орал? Чувак, это реально жесть. Им не хватило совсем чуть-чуть. Чисто ракеты, слышишь? Они четвером пойдли, понимаешь? Четвером. Так, я двоих убил, ты двоих, да? Да. Красиво, да, сработали, слышишь? Двое антикланов, честно. Давай, давай, давай. Я скидывать вот то, что на вот там. Прикрывай сразу. Угу. Типа, не знаю. Не стреляй, дай его взорву. Привет. Да мне патрон побольше здесь. Возьми, возьми. Я попробую забавить этого. Сбивай, сбивай, сбивай. Мы сейчас быстро его собьем. Ракеты. А, я не авторизовал с ракеты. Очень сильно хитовал. Он горит уже. Я на крыше. Все, что ли? Слышь, а что это такое? Две сишки, три ракеты. Бери это, понял. Давай домой, ракеты сейвим, идем на антирейд. Мы засейвили ракеты, и я остался один, так как другу надо было уже выходить. Я побежал на антирейд в соло. В принципе, я к этому привык. Минус. Минус два. Минус три. Тут турель.
Минус 4. Минус 5. Ого. Не иди туда, там турель. Ты поконтрить можешь тут? Поконтрить сможешь? Я калаш дам. Убил. Ты выжил? Я, ну, почти, короче. Доскалай, чел. Я понял. Офнул турель. Заходите. Убил. Убил, убил, убил. Я тут наверху. Опа. Хилс и остальное. Ну ладно, ребят, спасибо за помощь. Удачи вам. Погнал домой. После всего этого я обустроил свою крепость, чтобы на меня больше не покушался тот клан. Да, они рейдили в онлайне, и у них это не получилось. И они ой-ой-ой как горели в чате. Не забывайте прожимать лайки, подписку. Всем пока.